Я не могу больше молчать. Я играю в Chicken Gun 2 месяца. Целых 2 месяца я играю в нашу любимую игру. Я ее снимаю, и у меня накипело. Всем мяу, друзья! Я Китик, и это мое новое видео по игрушке Chicken Gun. И сегодня у меня будет очень важное видео как для вас, так и для всего комьюнити Chicken Gun. Я хочу сделать обращение к разработчику Chala Apps. Как вы уже поняли, я буду жаловаться на Chicken Gun. Видео получилось очень жестким, поэтому вы смотрите его до конца, ставьте лайк, а также не забывайте про подписку с колокольчиком. А самое главное, я буду читать все комментарии под этим видео, поэтому пишите то, что думаете. Сразу же начну с самого бесящего бага. Это баг с серверами, которые до сих пор не могут пофиксить, и насколько я знаю, этот баг появился еще год назад. Когда ты создаешь сервер, а твои подписчики, твои друзья не могут присоединиться к тебе, потому что у них просто нет этого сервера. Этому багу реально целый год, и за целый год разработчик Chicken Gun это не пофиксил, хотя он мог бы там договориться с какими-нибудь кодерами, с какими-нибудь другими разработчиками, которые помогли бы ему за деньги, но тем не менее они бы помогли, и игра стала бы намного лучше, она бы стала играбельней. Я уверен, что из-за этого бага он потерял очень много игроков, из-за этого бага многие ютуберы не могут быстрее и качественнее делать контент. Я надеюсь, что разработчик понимает, что чем больше ютуберов снимает его игру, тем больше новых игроков приходит в его игру, смотрит рекламу и приносят ему деньги, доход. Но почему-то он все равно ничего не делает для того, чтобы улучшить ситуацию с ютуберами. Просто пофиксив один баг, у нас в комьюнити бы прибавилось очень много ютуберов, которые снимали бы сериалы, возможно, какой-то другой развлекательный или познавательный контент. Но из-за того, что присутствует такой баг, многие начинают снимать и в итоге забрасывают, потому что у них просто не получается начать снимать из-за всяких багов и недоработок, которые им мешают. Также сразу же пройдусь по другим багам в игре. Например, тот же самый баг на монеты. Из-за того, что присутствует этот баг, многие ютуберы показывают этот баг. Да, это контент, это круто, это, возможно, привлекает новых игроков в игру. Возможно, старые игроки возвращаются, чтобы зарабатывать монеты. Но только прикол в том, что когда старые игроки возвращаются, зарабатывают монеты, в Chicken Gun себе покупают все оружие, все предметы, и потом они поиграют там пару деньков, и им сразу же надоедает, потому что весь смысл игры просто-напросто теряется. Из этого мы сразу же переходим к другой теме. Как увеличить сеанс игры в Chicken Gun? То есть, как сделать так, чтобы один игрок намного дольше играл в Chicken Gun, чем играет сейчас? Во-первых, естественно, нужно пофиксить все эти баги с монетами, потому что это нехорошие баги, лучше их не использовать. Точно так же, как не нужно использовать всякие взломки, читы и так далее. После этого вам просто станет скучно и неинтересно играть. Второе, нужно больше контента. И я говорю не про то, что нужно добавлять кучу разных скинов, оружия и предметов. Нет, нам нужно больше разных интересных карт, возможно, каких-то новых режимов. Ты, как разработчик, должен следить за ютуберами и понимать, что хотят от тебя игроки. А по роликам ютуберов и так понятно, что они хотят. Например, сейчас очень хайпят разные мифы. И если бы разработчик подсуетился и сделал бы какой-то супер прикольный миф, или сделал бы парочку пасхалок на разных картах, это было бы просто идеально, потому что все мигом побежали бы искать всякие мифы, пасхалки, ютуберы бы делали про это видео, это бы собирало кучу просмотров, кучу лайков, кучу подписок. Естественно, это, возможно, залетало бы в тренд Ютуба, приходили бы новые игроки, и тем самым мы бы, ютуберы, получали больше денег, больше просмотров и больше подписчиков, и разработчик бы тоже получал больше игроков и больше денег, чтобы развивать свой проект и чтобы просто жить. Пример хочу привести сиреноголового, которого добавили в Chicken Gun. Это было очень круто. Все, кто снимали про сиреноголового, собирали сотни тысяч просмотров. Даже на моем маленьком канале на тот момент было довольно много просмотров, по 15, по 20 тысяч. И это все из-за того, что разработчик добавил будку, добавил вот этот вот скрипт на появление сиреноголового, и все сразу же начали это искать, всем это понравилось. И поэтому я предлагаю проводить такие мероприятия намного чаще. Под любой хайповой темой нужно себе греть место. Тот же самый Хаги-Ваги, он сейчас на полнейшем хайпе. Он был еще больше на хайпе месяц или пару месяцев назад. Если бы его добавили в Chicken Gun, это 100%
хайпануло бы, это бы 100% понравилось бы нашей аудитории. Пришли бы куча новых игроков. Или же та же самая игра в кальмара. Если бы ты, разработчик, добавил парочку режимов по типу игры в кальмара, как-нибудь бы красиво это обыграл, то в игру пришли бы новые игроки, которые хотели бы поиграть в эти режимы. А возможно, им бы понравилась игра, и они бы остались играть еще дальше. И я не говорю, что обязательно нужно добавлять какие-то новые режимы, кучу нового контента. Нет, не обязательно, можно добавить просто какую-нибудь отсылку или пасхалку на уже готовой карте. Этого будет достаточно, чтобы развести вокруг этой темы какой-то хайп, чтобы ютуберы сделали на этом контент и привели в игру еще больше новых игроков. Недавно вышла игра FNAF Security Breach, FNAF 9, и вместе с этой игрой в игру можно было бы добавить карту пиццерии. Игрокам бы это понравилось, они бы оценили это обновление по достоинству, потому что вышла игра и вышло обновление в Chicken Gun, связанное с этой игрой. Это очень круто. Ютуберы бы стали снимать видео про это. Игроки FNAF 9 перешли бы в Chicken Gun. Ну или по крайней мере не игроки, а зрители, которые смотрят FNAF 9, они бы стали смотреть и Chicken Gun, потому что Chicken Gun тоже связан с их любимой игрой. Они бы, возможно, скачали эту игру и поиграли бы. И если бы им понравилось, то они бы тоже остались играть. И таких примеров можно приводить просто бесконечное количество, потому что каждый день, практически каждый день, появляются какие-то новые игры, новые инфоповоды, за которые игра Chicken Gun может просто взять, зацепиться и вытрясти с этих инфоповодов себе новых игроков. Но также, помимо бесконечного фарма игроков, который можно сделать, в игру нужно добавлять и свой оригинальный контент, те же самые модельки персонажей. Еще я предлагаю сделать какое-нибудь подобие Battle Pass или хотя бы наград за уровни, когда ты прокачиваешь свой уровень и тебе дают какую-то награду за этот уровень. Просто так, бесплатно. Тогда игроки бы начали играть во все режимы, чтобы получить самую лучшую награду. Я клоню это к тому, что разработчику нужно добавлять больше вещей, которые будут стимулировать игроков играть в Chicken Gun. Но, к сожалению, пока ты не пофиксишь все баги, которые есть сейчас в игре, те баги с уровнем, с аккаунтами, с серверами, с монетами, это все нужно фиксить. Пока эти баги не исправятся, стимулирующие вещи не будут работать, потому что зачем нам играть в Chicken Gun, если можно просто нафармить монет с помощью бага и купить весь магазин? Зачем нам играть в Chicken Gun, если я не могу получить себе опыт и уровень на аккаунт, потому что он просто почему-то не прибавляется из-за какого-то бага? Как я буду получать награды, которые должны меня стимулировать играть? Никак. Поэтому все вышеперечисленное нужно фиксить. Вокруг есть куча популярных успешных игр. В этих играх есть какие-то свои фишки, которые можно было бы повзаимствовать. У того же Бравл Старса можно повзаимствовать их боксы. Или у какого-нибудь Stand of 2 кейсы или рынок. Можно что-нибудь взять, придумать и добавить это в Chicken Gun. Да, это будет сложно, но это того стоит, потому что игра будет развиваться, будет больше новых игроков, будет качественнее аудитория, и естественно ты как разработчик будешь получать больше денег, а мы как ютуберы будем получать больше контента и больше подписчиков себе на каналы. Чем больше контента в игре, тем больше контента у ютуберов, тем больше вообще ютуберов и тем больше, естественно, аудитория у этой игры, потому что ютуберы — это как пиар твоей игры. У твоей игры есть очень много разных популярных ютуберов. Есть ютубер, у которого больше 100 тысяч подписчиков, это Дэн19К. У него есть серебряная кнопка ютуба. Это уже о многом говорит. Не у каждого маленького проекта есть такая заслуга. Недавно ютубер кореш24К попал в тренды ютуба, в игровые тренды ютуба, на 25 или на 24 место. А теперь представь, сколько вокруг потенциальных игроков, которые могут играть в Chicken Gun, которые могут смотреть ютуберов. Все только в твоих руках. Честно, я очень хотел бы пообщаться с тобой, с разработчиком Chicken Gun, с основателем вот этой вот небольшой компании, или я не знаю, как это назвать, Chalo Apps. Я не знаю, как правильнее будет с тобой связаться, как сможешь связаться со мной ты, но если у тебя есть такая возможность, пожалуйста, где-нибудь напиши мне или свяжись со мной. Потому что у меня есть несколько вопросов по поводу будущего этой игры, и я хотел бы реально с тобой их обсудить. На этом видео подходит к концу, смотрите ролик, который вылез у вас на экране, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не забывайте написать комментарий под этим видео, что вы вообще думаете про этот ролик, про разработчик Chalo Apps, про, возможно, про мои предложения. С вами был Китик, до скорых встреч!